Да. Кукусики. Кукусики. Дома будем не скоро, походу. В смысле? Ну, начинаю здесь штурмовать Днепропетровскую область. На, у нас пока не стало, там подтянулись. Самолеты, авиация, все. Будем штурмовать дальше Днепропетровскую область. Напасть в течение 3 месяцев, вас должны хоть на Нет, какой-то нет, период нет, времени. нет. Скорее всего, как нам сказали, да, конец августа, начало сентября. Что ты плачешь? А? Кончу. Что тут уже осталось? Уже и так, больше времени уже. Ну, не больше, но уже и так. Зайца, Да как не одна. больше, ни капельки, не больше. Ничего. Что ты сделаешь, зай? Война. Ну, что в этом не виноват? Ну, хоть на несколько бы дней домой. Зая, кто тебя отсюда повезет на несколько дней домой? Слишком долго. Ну, что сделаешь? Ничего страшного. Да. Сегодня штуку одну интересную промутили. Алло. Какую? Пи 7 солнечных батарей промышленных больших. И что они дают? Ток, электричество. Будем Свет? заряжать. Ну, света нет. Будем заряжать. У нас аккумулятор тракторный, поняла? Телефон заряжаем Угу. так вот. У меня вот здесь в кровати стоит аккумулятор тракторный. Ну, подкинуть магнитофон машины. Поняла? Угу. И USB разъем. Я вставляю USB-шник и в телефон. И заряжаю так у телефона. Вот так вот у нас лампочка горит. Вот так вот у нас радио работает. У нас у каждого возле кровати стоит по аккумулятору. Такая фигня, все заряжаются. То есть розетка. Я тут хоть Я поняла. в электричестве чуть-чуть начал волочить. Угу. Угу. А нам сказали, что у нас вроде в мае месяце не будет зарплаты. Все, хватит. Ну, Вы так каждый на раз так говорят. гособеспечении. Ну, нас же ж кормят, Ну и нас шо? же хозтоварами обеспечивают. Знаешь, как она сегодня это сказала? Там Настя, с Настей разговаривала. А ну типа зарплата не будет, это говорит, а извините, говорит, ну вот Элла говорит, в больницу ходит, у нее с ногами проблема, говорит, а за что ей покупать этот медикаменты? Она ей ответила, ну у нее же муж есть, а муж у нее миллионер, какая сила, Да, просто понимаешь, муж сейчас в Горводоканале работает, копейки получает, Да, сейчас чуть-чуть по все процентам изменится. платят. Сейчас мы домой все вернемся, чуть-чуть все поменяется. Не Я будет не уже знаю, этого Китя, всего. если... Просто Зай, очень я много не знаю, неуважили если я тут людей. не выдержу, Ну, когда-нибудь. понятно. Ну, да и скоро тут И там этот... все скоро изменится. Я ж тебе, сколько мы пацанов уложим? Котеночек. Я уже просто молчать никогда не буду. Я уже тут много чего насмотрелся, я уже много чего понял. Что как бы у нас республики зажрались очень сильно. И пускай мне только тварь какая-то, сидевшая в кресле, что-то скажет. Где И сидела? в кресле какая сидит тварь, пускай мне только что-то скажет. Я тогда уже рты позакрываю сразу. Здесь у всех такое настроение, поверь, это все просто бесследно не пройдет, когда все мы домой вернемся. И получат очень многие на республике, просто очень многие. Что они просто сделали, сколько они пацанов перебили, сколько они пацанов покалечили, сколько остались. Вроде завтра Сашку выписывают, мама говорила. Да я знаю, давай. Да, что его выписывать, через месяц одна операция, потом голову, пластину. Выписали, пацан инвалид. Выписали. Вот поэтому я не хочу мальчика. Абсолютно. Ничего, что сделаешь? Чтобы так вот какие-то твари забрали просто. Ну, успокойся, все. Все хорошо. Прорвемся, где наша не пропадала. Я ж тебе, захочешь домой, собирайся, езжай домой. Не думай ни о работе, ни о чем. Нет, пошли ее нахуй. Кинь эти деньги и зарплату в лицо вместе с карточкой. Скажи, жри, тварь. Да пошла она нахуй, я ей буду деньги отдавать. Хер два.